Здравствуйте! Приветствую вас на своем канале Носова. И в сегодняшнем видео мы с вами будем делать вот такой вот бантик на последний звонок, либо на 1 сентября. Сегодня на меня нашло вдохновение, и я решила поэкспериментировать и попробовать что-то вот такого вида. У меня получилось, и теперь я хочу поделиться этой вот работой вместе с вами. Он у нас на резиночке. Вот. Бантик вот такой. И давайте теперь приступим к его созданию. Что же нам понадобится? Нам понадобится вот такой вот шаблончик. 8 сантиметров в ширину. Вот такой вот шаблончик. Нам с вами понадобится атласная лента. 6 миллиметров в ширину. Нам с вами понадобится в этом юмочке у меня иголочка с белой ниточкой и двойная. И нам понадобятся такие вот две обычные заколочки. Также нам с вами понадобятся вот такие вот серединочки. Сейчас я вам их покажу. Вот такие вот. Вы можете взять, какие у вас есть. Но желательно, чтобы они были черного цвета. И нам с вами понадобится резиночка. Либо заколочка по вашему желанию. Зажигалочка. Атласная лента 2,5 сантиметра шириной. Линеечка. И ножнички. И последнее, это атласная лента шириной 4 сантиметра. Давайте приступим. Для начала нам нужно сделать вот эту черную, этот черный бантик, основу. Обпалить ленту. Вот. И сделать бантик. Как мы его будем делать? Мы накладываем, значит, атласную ленту вот сюда, вот. Чтобы она немножечко у нас была вот так вот. Дальше мы берем заколочку. И нам нужно прищепить. Дальше мы начинаем аккуратно обматывать. И мы прищепливаем, чтобы оно у нас не разорвалась, не распустилась. Нам нужно аккуратненько отрезать ножничками и обпалить. Вот. Теперь нам с вами понадобятся иголочки и ниточки. Кстати, нам еще понадобится клеевой пистолет. О нем я совсем забыла. Вот, держим. И начинаем прошивать. Такой вот бантик у нас с вами получился. Теперь нам нужно его дополнить, доделать. Мы снимаем его с нашего шаблончика. Шаблончик нам больше не понадобится. И стягиваем. Вот так вот. Теперь нам нужно его закрутить ниточкой, сформировавший бантик. Желательно два слоя. И продеть ниточку внутри. Доделать бантик наш. Обрезаем ножничками для ниток. Убираем иголочку в лимочку и расправляем наш бантик. Yeah.
Вот такой вот бантик у нас с вами получился. Теперь нам нужно доделать его дальше. Как мы его будем доделать? Пусть у нас пока полежит. У нас с вами понадобится атласная лента 2,5 сантиметра. Мы берем линеечку и отмеряем два отрезочка по 15 сантиметров. Перед этим нужно опалить край. Опалить края этой ленты. Вот. Чтобы нигде не торчали ниточки. Готово. У нас есть два отрезочка. Теперь нам нужно сделать вот такой вот бантик. То есть мы должны сделать из одной ленточки бантик, из второй. Завязываем узелок на нашей ниточке. Связали. Теперь нам нужно сделать бантик. Мы складываем нашу ленточку пополам. И накладываем одну сторону там на изгиб и вторую сторону на изгиб, чтобы одна ленточка ложилась на другую. И нам нужно аккуратно это все прошить. Второй ленточкой мы делаем так же самое. Такие вот два бантика у нас с вами получились. Теперь нам с вами нужен будет клеевой пистолет. Мы берем один бантик, ставим на нем точечку клеевым пистолетом, маленькую, небольшую. Дальше мы с вами берем второй бантик и делаем вот такой вот бантик. Как буковка Х. Вот. А теперь мы с вами берем вот эту серединку, нашу заготовочку, наш начальный бантик. Определяемся, какая сторона у нас будет зад, какая сторона зад. Вот. Поправляем его хорошо. Вот. Теперь мы наносим клей в серединку. И наклеиваем аккуратненько наш бантик. Вот. Подождем, пока он немного высохнет. Тем временем мы берем атласную ленту 6 мм в ширину и опаливаем край. Берем резиночку. Нам нужно взять, капнуть немножечко в серединку нашего бантика. И наклеить на него вот эту вот атласную ленту. Прижимаем щипчиками. Вот. Теперь аккуратно берем нашу резиночку. Наливаем клея. И вот так вот придавливаем. Берем щипчики. Вот. Я обычно вот так вот делаю, и она у меня приклеивается. Вот, приклеилась. Теперь мы отрезаем нужную длину нашей атласной ленточки. Я примерно вот так отрежу. Убираем ее.
Берем с вами зажигалочку. Паливаем. Теперь нам нужно оставить точечку на резиночке. Продеваем ленточку сквозь эту резиночку. Затягиваем и вот тапочки пропускаем, чтобы все было ровненько и аккуратненько. Дальше нам нужно приклеить этот край, чтобы он у нас не торчал. Вот. И вот тут тоже аккуратно. Вот. И заканчиваем вот тут вот на нашей резиночке. Наверное, тут я немного подрежу, потому что оно слишком длинное и будет некрасиво смотреться в нашем изделии. Сейчас опалим. Вот, и приклеим. Теперь мы берем серединку и намазываем место, куда будем клеить. И приклеиваем нашу серединку. Клей вытираем, если у нас где-то вылез. Расправляем бантик. Школьные бантики у нас с вами получились. Можно изменить цветовую гамму и сделать их совсем не школьными, а веселыми. Ну, а у меня почему-то захотелось сделать именно, да, именно так. Тем более, моя сестренка в этом году идет в первый класс. Я думаю, что она будет с удовольствием носить вот такие вот бантики. Ну, а с вами была я, Носова. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. И я очень надеюсь, что... вам понравилось мое видео. Вот. Желаю вам хорошего настроения, творческих успехов и вдохновения, ведь оно так нужно нам, мастерицам. Всем пока-пока!